13-летняя Ирина Микаилова рассказывает членам жюри про свой рисунок. Здесь она читает сказки младшим брату и сестре. Рисунок называется «Счастливое детство». Можно я обращу внимание? У нас в основном все рисунки красками, карандашами. У тебя очень необычные техники, да, карандаша? Да, я не очень люблю разукрашивать свои рисунки. Рисунок Ирины Микаиловой стал одной из 147 работ, присланных на конкурс детского рисунка, который так и называется «Счастливое детство». В нем участвовали дети от 2 до 8 лет. Номинации разбили на три категории – до 7 лет, от 7 до 13 и от 13 до 18 лет. Это действительно была труднейшая задача выбрать, чей же рисунок лучше. Они все лучше. Как признались члены жюри, скидок на многодетность родителей или особенности здоровья участников не делали. Работы оценивали только по паре критериев – раскрыты ли темы и качество исполнения рисунка. Такие работы необыкновенные. Просто смотришь и понимаешь, что детей у наших самое счастливое детство. Без приза не остался никто. Победители получили Яндекс-станцию, занявшие вторые места ушли домой с портативными колонками, а на руках бронзовых призеров теперь красуются умные браслеты. Все работы участников можно посмотреть в группе ВКонтакте. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».